Мэрия планирует за 2 года отремонтировать около 7 километров межквартальных и внутримикрорайонных дорог. Сотрудники городских служб начали работы по обследованию этих улиц и дорог на предмет организации демонтажа самовольно расширенных и установленных строений объектов облегченного типа. Также в этом году планируется провести ямочный ремонт дорог площадью 50 тысяч квадратных метров. Сайкал Султанкулова с подробностями. Если по центральным улицам ездить еще можно, то по переулкам не пройти, не проехать. Объезжать все эти ямы практически невозможно. Придется ехать по ним. Одним словом, прощай, ходовка. Ранняя весна принесла в город не только тепло. Она обнажила разбитые дороги. Большинство автолюбителей едины во мнении. В этом году количество ям и выбоин, особенно в переулках, побило все рекорды. Внутренние дороги Бишкека не просто в плохом, они в аварийном состоянии. Состояние дорог очень плохое, потому что, вот видите, яма на яме, блин, особенно после зимы. Она же как вот лед туда попадает, раздвигается, все же ломается. И очень плохо. Надо его делать, конечно, а так невозможно ездить. Дороги в ужасном состоянии. Уже вот это особенно Турсбекова, Свердлова вообще никогда не ремонтировалось, по-моему. Ездить невозможно по ним. Постоянно на СТО приходится ездить. Вот тоже еле едет. Даже можно посмотреть, как машины едут. То есть налоги платятся, дорожный налог постоянно собирают, то есть никакой пользы нету. Плохие дороги портят настроение не только автомобилистам. Отдельные переулки не ремонтировались десятилетиями, а внутридомовые со времени постройки домов. Улица Турсбекова, по ней сплошные ямы, вот, неудобно ходить. Тротуары тоже все, деревья, корни подняли, асфальт. Зимой это особенно опасно. Ямочный ремонт на 2 дня, и тоже на 3-й день уже эта яма опять повторилась. Все. Я пенсионер, я не езжу, у меня машины нет. Но видно же, как люди мучают. Мэрия же призывает горожан еще немного потерпеть. До 2017 года она обещает отремонтировать все второстепенные и межквартальные улицы столицы. 2016 год предусмотрено из местного бюджета 600 миллионов. Это внутриквартальные микрорайонные дороги. Кроме этого, в счет китайского гранта предусматривается реконструкция около 95 километров дорог. То есть на 16-17 года мы планируем огромные, вкладывать большие средства. И мы думаем, что мы кардинально изменим ситуацию дорог в городе Бишкек. Что касается дорог в жилмассивах, то это уже отдельная история. Здесь жители в холодный период ходят по колено в грязи, а летом в пыли. Но им не стоит унывать. Всему свое время, говорят в муниципалитете. Мы планируем закончить те, которые работу начали в 2015 году. Это дороги в жилмассивах Кольме, Бакаята и Агордо. Планируем построить 16 дорог. Эти дороги необходимы, чтобы разгрузить центральные улицы города Бишкек и для связи между соседствующими жилмассивами. На территории столицы 51 новостройка. Дороги будут прокладывать только там, где ходит общественный транспорт. Второстепенные улицы пока ремонту не подлежат, так как во многих новостройках до конца еще не проложили канализационные трубы. Сайкал Султанкулова, Тимур Цидыгалиев, Общественный, Первый канал.